Так, например, Валентина Хаперская из Мостовского района просила помочь с капитальным ремонтом амбулатории в селе Шидок. Здание 58-го года постройки не реставрировали несколько десятилетий. Уже более 30 лет ремонта не было. Косметический ремонт, конечно, силами работников нашей амбулатории делали. Но сейчас уже подошло такое время, когда необходимо сделать капитальный ремонт. Многое устарело. По подсчетам специалистов, капитальный ремонт обойдется в 10,5 миллионов рублей. Однако здание настолько ветхое, что может не выдержать строительных работ. Поэтому в поселке решили построить новый офис врача общей практики. Офис врача общей практики даст возможность организовать стационар. И вам не придется ехать за 5 километров особенно, для того, чтобы получить услугу в стационаре. Это очень важно. Давайте тогда на этом и остановимся. Я даю поручение Мостовскому району проектно-сметную документацию разработать в установленные сроки без задержки, коллеги. И, соответственно, на 2021 год мы зайдем в стройку, и в 2021 году у вас это уже будет офис врача общей практики. С медицинским вопросом пришел и Виктор Шелгунов. Поселку Венцы необходимо отремонтировать больницу. Ей пользуются 7 тысяч местных жителей, и социальный объект жизненно необходим. Анна Минькова поручила министру здравоохранения совместно с администрацией района в кратчайшие сроки подготовить документы, чтобы в следующем году уже начать работы. На встрече с гражданами решили, что в станице Елизаветинской нужно построить дополнительное медучреждение, а в Северском районе отремонтировать школу.